Теперь спортом можно заниматься с комфортом и не убегая далеко от дома. Новое спортивное поле на улице Комсомольская – это площадка для футбола и баскетбола. Мне очень нравится эта площадка, мы играем в футбол. Она просторная, удобная. Ну, это очень хорошо в плане развития спорта в Бурятии. И это помогает маленьким детям, как вы уже видите, заниматься спортом и любить футбол. Ну и баскетбол. Здесь будет нам легче играть в футбол. Я могу поблагодарить всех людей, которые вложили на эту площадку деньги. И мы не играли на дорогах, потому что мы должны иногда ждать, когда проедет машина или нас могут раздавить. Осенью жители дома обратились с наказом к депутату Народного Хурала Батыру Цыбикову, а весной уже началось строительство. Для детей у нас было очень много, но, к сожалению, только детских площадок для детей младшего возраста, да, дошкольников. А спортивных площадок, ну, ближайшие только в парке Орешково. Не было никогда. То есть это новый объект, построили его за короткий промежуток, вот в теплое время. Так что здесь совместными усилиями построили такой прекрасный объект. На строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 1 миллион выделил Батыр Цыбиков и 400 тысяч рублей городской совет депутатов. Мариам Восконян, Данила Жаркой, телекомпания АТВ.